Ржавые брусья, облупленные перекладины и кольца. Так выглядит обычная спортивная площадка в нашем городе. Но все может быть иначе. Да тут вот, подивись, все занимаются. В Кривом Роге, где даже хорошие турники найти непросто, воспитываются мировые чемпионы. Как у них это получилось и сколько за это пришлось заплатить? А самое главное, что делать тем, у кого на тренировке нет денег? Поотжимался, попотягивался на перекладинах брусья. Это все спорт, это все доступный спорт. Как оставаться в хорошей форме, не потратив ни копейки? А также альтернативные виды спорта, о которых вы никогда не слышали. А в позе гусеницы можно еще и пресс подкачать. Смотрите в среду, 22 июня в 20:30 в новом проекте Первого городского «Городская среда».